Ты давай сам не агрессируй. Запускай. У нас в этот раз меньше. Понимаете, ушла Настя, уходят все. Все намного. Ну, блин, форму дают в самом начале. Какой обширный выбор. Так, кто хочет выиграть, ставьте на меня. Если ты так договорил, я тебе не дам выиграть. Ну, это мы еще посмотрим. Ну, это да, посмотрим. И говорится, не говори хоп, пока не перепрыгнешь. Угу. Ну, я постараюсь тебя заговнить. А ты на какой? На каком болиде? Липтон. А, вон ты. О! А кто так лакает на синюю форму? На чё на синий? Почему на синий? Капец, она длинная, эта стенка. Кто-то упал? Джонни Бир, а у меня вопрос, как ты так быстро всех догнал? Или вот тут нет дискорда? Ну, нормально, чисто полицайки едут. Да какой тут черненький дурачок вот в натуре. Блядь, ребят. Кинуть его. Тут, наверное, мясо... Наверное, не... Спасибо. Что у вас там происходило? Да нас вот один дурачок пытался всех скинуть, мы его скинули. А как Гамма Драгон туда уж лезла? Подозрение на читы. Прям жесткий. Попробуй не прыгать на трамплине. Попробуй выжить на формуле. А с чем он там едет? Он на рампе. Там рампа. Да и срать как-то, вот честно мне. Ну да, в принципе. Здорово, розовенький. Не бомбанул. Чего? А вижу полицайки. Блять. Я одну не скинул. Ой, извиняюсь. Я в нее ударился. Я же рампа. Я рампа. Красная не надо. Да не надо, эй! Ты чё? Мы и так уже не первые, чё ты пытаешься? Ну и что? Ну и то! Лишним не будет. Для профилактики. Слышал, я тебя догоню. О, сбивай полицайки. Я сбил, думаю. Я за тобой еду, чисто ловлю твои промахи. Вот полицайки какие-то жесткие, ты видел? Вот я тоже думаю, отлетаешь от них как от говна. Да-да-да. Смотри, дюны, тут поинтереснее. Вот это нормально, вот это... Да, а понимаешь, что мы сейчас как страдать будем? Да. Но я успел Сане отомстить. Ужас. А сейчас еще рампа едет. Да, хрен с ним. Или дюны ездят. И полицайка. Там едет одна рампа. Очень злая рампа. Это две дюны, потому что... Чё-то рампа не смогла меня подкинуть, как она проехала подо мной, чё-то. Тебе баганул. О! Чё-то они какие-то лаганые, все рампы. Не, потому что карта продолжается изначально, когда едешь. Не, ну вот он не пытались меня скинуть, меня не скинули, они мне в жопу въехали, типа, и все. Там Анастасия до сих пор. Какой едешь? Я второй. О. Я вижу его. Злой. Тут злой Вованчик. Боже, у нас там хуже, чем дюны дальше. Ребята, вопрос, кто такой Джонни Депп? Да, не знаю.
Ну, не бавил. Есть чайник в Дискорде? А кто его знает? Вообще-то. Потому что что-то как-то он слишком быстро едет по сравнению со всеми соколами. Таранит всех еще. У нас вообще гольфкары, нам вообще капец. И так-то лужим едем. Нас было много, где все остальные? Ну, повыходили. О, я третий, круто. Четвертый, ладно, мы тут с челом едем позиции. Какой же... Что за овощ? Вот зеленый говнюк салатовый. Какой прекрасный транспорт, Дюна. Какой же ужасный транспорт, гольфкар. Вованчик, пожалуйста, Вованчик. Ванечка. Разносил. Все, остальных можешь сбивать. А, то есть остальных можно сбивать, тебя нет. Так ты из меня пытался сбить, я замочил тебя. Не надо, дядя. Надо. Я сейчас тоже разберусь. Ох, это кто летит? Дайте мне Бэтмобиль. Дайте мне пульт Алана. После гольфкара. Да, блин. У нас хуже, чем гольфкар. После гольфкара. А что после гольфкара дают? Квадроцикл. Капец. Палетки. Ну-ка, давай против тебя, зелененький. Ах, ты ж зеленый, мурло. Я упал за зелененького. Ой, Липтон тут. Такой, какой классный транспорт. А что ты лагаешь так? Розовый. Боже. Вот они едут, все маленькие гольфкары. Не, маленькие. А я кого-то догоняю, кто на второй позиции едет? Гамма Драгон. Я думал, будет какой-нибудь Бэтмен. Что-то такое сделать. Нет, напротив гольфкаров едет обоссанный квадроцикл. Просто такой транспорт классный. Да, да. Обзор машины чек. Хлебушек, что дали? Понял. Ё-моё. Пожарку дали. Да. Мы вас не собьём. Не, мы их собьём, конечно. Не, там едет, парни, давайте. Приходим тут. А, вы... Я за тобой еду, хлебушек, готовься. Готов. Я хотел сбить кого-нибудь. А что у тебя? Три гольфкара. Ой, три этих. И все в разные стороны едут, как муравьи. Кто там следует? Аэротик. А с них можно воду стрелять? А они есть муравьи. Нет. Амадра. Ой, ну это веселая вещь. Пошли обратно. Там все следующий муравь поймает. Вот, потом таран. Ну, по крайней мере, грузовик. Круто. Можешь не скидывать, я за тобой еду. Будь другом. Да я что? Да. Я не догоню. Не знаю. Да. Бладгам. А, это ладно. Я забыл. Что дали? Таран? Ты думаешь, что могли дать, да? Таран. Уйди. Лафор. Дальше ей. Ловим. А что реально носатый, да, там? Вот зеленый, да. Придурок, я же тебя скину. А у меня на платформе, я взял чека, он меня пытается скинуть. Вот. Арт, вариант забанить, нет? Второе место. Хлебушек, тебе сейчас нормально? Есть. А что пруф? Зеленый, второе место. Хлебушек. Здорово. Тебе сейчас нормально? Прям он не первый раз уже такой. Да, мне нормально живется. Прям тебе перечислить. Я девятый. Я паштета не трону. Это кто такой? Фраерочек. А вон, потому что он херню творит, типа. Ты едешь, его не трогаешь, при этом взяли чек, все как бы едем. Поедь. Ваня! Кто? Я его выкину. Нет, я его не выкину. Я пытался. Спасибо. Не за что. Ну я за что? Чё?
Ты чё, пиздос? Обалдел. О, наконец-то дали эту. О, нет. Теперь мы едем сбивать. Постарайтесь. Ну что? Синий. Что это? Что это? Что это? А, что это? Что это? Вот что это? На второе место это левый тип, его, походу, тут нету. Что? Давай что ли? Пожалуйста. Я тебе помогу. Чё ты? А, Ваня вышел. Ладно. О, второе место вышел. Борьба с хлебушком начинается, да? И он вышел. Угу. А стоп, так нет, он вышел совсем с игры. У нас первое место, которое дурачок. Которого надо откинуть. Пожалуй, Влад! Это не я был. Это не... Тут у нас еще один Влад. А. Он на лимузине, скиньте его. Вот. Да этот дурачок зелененький. Вот хлебушку тоже бы придя выдать, потому что он наснул на платформе. Да нет, хлебушку у меня призрак нет, он же меня не пытался скинуть на платформе, когда мы чек брали, а этот дурачок меня скидывал. А ник его скажи. Первое место едет. А, МЗ, ах, ну там сразу можно ему приписать. Ну так скиньте его, в чем проблема, на лимузине едет туда его. Ну пожалуйста. Типа он не человек. Ну дайте в пожарку скипнуть, люди. Вас же не скидывали, наверное, в пожарках. Ну я же тебя не скидывал. Да не ты, Владислав. Вот, поеду за синим тараном. Синий лимузин едет за синим тараном. Ай, рампа. Ой, рампа там. Лимузин класс-пак. Да поехали! Саня! Да будь ты человеком, синий таран. А кто на синей пожарке едет? Я. Таран, едь. Поехали, вот, слышишь, поехали. Не, поехали вот так вот. Поехали. Поехали. Тут охрана сопровождающая. Нет. У нас тут своя охрана. Что это направо? Я, пожалуй, тоже направо. Не догоняй, не тормози. О, кто это? Это Арт. Его можно не толкать. Он... Ой, тут наконец-то быстро машину дали, а то надоело полжить ехать. Вот батаран. Ох, блядь. Ой, извиняюсь. Я за туда ехал, спасибо. Вот он, говнюк, конечно, как. Куда? На Саня, на платформе. А кто это только что был? Не видели? Ну что, я носатый. Кому да пиз? Ну ты доел. Крутой. Кому там дать? О, тут опять, наверное, носатый дают, ребят. О, хлеб вышел. Ну, он, в принципе, отсюда вышел, там к нему пришли. Гости из будущего. Иди сюда. А кто с Джонни Байер? Кто он такой? У тебя понятия, его тут нету, по-моему. Ну, он толкает. Кто? Джонни вот этот какой-то. Ой, рампа. Я как этого ждал. А где рампа? Вот я думал, Александр нормальный человек. Жаль, что я ошибался. Ну, знай, ты ошибался. О, я скинул зелененького, нормально. Давайте, кто на меня?
Ой, ловлю, 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 ловлю. А сколько тут чеков? А, так, штат чекпоинтов. Эх, капец, там чек вверху будет сейчас. Ой, там лимузин, капец, как дербулис колетит. Я Джонни Байера толкнул. И он едет заново. Миш. Но. У меня чек наверху, как мне его взять? Обыкновенно. Берешь, берешь и все. Берешь и заезжаешь наверх, да? Да, да. Блин, здесь пусть карта большая, по ощущению машина как будто медленно едет. Вот, зелененький, иди-ка нахер ты, друг мой. О, тут самолет дают, ребят. Его. Аня, пожалуйста. А как им управлять? Нихрена там самолет дают. Вот да, а как им управлять-то? Зеленый чмо на этом самом. А я говорил, что зеленый чмо. О, ребят, а можно к вам приземлиться? Вы не против? Хрена ты здоровый. Саня, ну, поймать, ну... А можно Саню скинуть или... Вот он, зеленый. Сбей его на самолете потом. А он сам упал, кстати. Такое чудо в перьях. Передо мной явилось это и... Ё-моё. Дядя, не... А я сейчас не взлечу. А всё, я вот застрял. Кто это за самолет? Это я. Ох, вот это там розового откинуло. Ё-моё. Спасибо. А я говорил, надо было на меня ставить. Нихера себе там. Ты как там взлетел? Да нормально, отреспаванился и полетел. Чё, кто второй-то едет? За кем следить? Я восьмой, слава тебе, Господи. Я первый. Господи, кто-то так криво летит. Господи. Всего хорошего. Всего хорошего. Уи. Догоняй Марса. Ё-моё, сколько у вас здесь уже на самолетах? Арт, давай, я слева, ты справа. Саня. Кто на розовом носатом? Арт. Спасибо вам большое. Туда едешь на эти пальцаки полгода. А носат не долетает. Ух ты. Откуда не спавнится-то? А, о господи. Владос, ты умеешь летать? О, приземляйся, приземляйся. Так красиво. Гамма, давай. Тебя я ловлю. Кто на синем этом лимузине?
Что он делает мясо? Это было красиво. Это было красиво. А, мы не успеем финишировать, да, я так понимаю? Да, ты финишируешь, и все, и время. Ладно, карта хорошая. Тут они. Я скажу честно, карта большая, наша все меньше и меньше становится. Арт, ты тут? Арта, по-моему, тут нет. Он здесь просто бывает. Да, конечно, он тут. Да. Вот теперь, да, есть просто предложение запустить скилл-тест, нет смысла растянку использовать.